вами магазин фокусов magiclessonshop.ru, и здесь я бы просто хотел вам показать реквизит «Летающий платок». Демонстрацию вы можете посмотреть на этой же странице, то есть на сайте magiclessonshop.ru. Над или под этим видео посмотрите, как он работает. А здесь просто я покажу вам с близкого расстояния и что из себя представляет данный реквизит. Вот такой вариант, да, то есть мы здесь имеем белый платок, и здесь есть такой вот моторчик, смотрите. Я разматываю и нажимаю на кнопку, и платок прилетает. Здесь достаточно много метров лески намотано, поэтому сможете разматывать на большие достаточно расстояния. Здесь вот такие вот две батарейки. Смотрите, когда вы будете разматывать, то есть через разные препятствия продевать вот эту леску, обязательно посмотрите, чтобы эта леска ни за что не цеплялась, то есть трение было минимальным. Вы, наверное, уже видели, что рядышком стоит еще вот такой вот вариант. То есть это тоже летающий платок. Но вот поставщик в этот раз решил прислать нам вот такой вот вариант. Но мы их не подразделяем на разные модификации, да? Есть вот такой вот платочек красненький, есть вот такой вот платок белый. Плюс здесь, как видите, отличается цвет самого моторчика. Такой реквизит вы можете заказать в нашем магазине фокусов magiclessonshop.ru. Ссылка под видео, переходите и заказывайте.